Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня хочу рассказать вам о погоде в городе Санья, пляж Дудунхай, остров Хайнань, Китай. Вот такая у нас зима. Температура плюс 31 градус воздуха, температура воды плюс 26 градусов. Сегодня погода чудесная, море спокойное, красивое, чистое. Очень красивая погода, ветра вообще нет, иногда бывает ветерок и тогда волны, но сейчас просто изумительная погода. Сидят спасатели, следят за всеми, все купаются, загорают, тут можно очень легко сгореть, поэтому обязательно пользуйтесь защитными кремами. По пляжу ходят много, продают фрукты, очень вкусные ананасики, рекомендую. Продают 4 или 6 маленьких штучек, уже очищенных, красиво очень, стоят 10 юаней, то есть на наши деньги примерно 100 рублей. Также сегодня хочу рассказать вам, кроме как о погоде, еще о нашей бесплатной обзорной экскурсии от Annex Tour. Это было что-то с чем-то, потому что кого я спрашивала здесь, никто такого еще не видел. Это был настоящий экстрим. Мы, естественно, как обычно, поехали на... Ну, как обычно, эти обзорные экскурсии – это шопинг, по сути дела, реклама. Но когда мы приехали в Змеиный центр, это было нечто. Во-первых, там сначала показали шоу, но снимать, к сожалению, было нельзя из-за защитников животных. Там сначала выступал мужчина-китаец со своими змеями. Он выступал с коброй, которую он раздразнил до такой степени, что она на него кидалась. Она действительно была ядовитая. Чуть буквально его не укусила. Это было страшно, я даже боялась. Потом второе, это было не менее удивительно. Он взял небольшую змейку, засунул ее в нос и вытащил через рот. Это было нечто. Мне чуть не стало плохо при этом. Это вообще невероятно. Такого мы еще не видели. Кроме того, что произошло потом. Потом этот мужчина взял одну коброчку небольшую, при нас отрезал ей голову. И еще из извивающегося тела без головы выдавил стакан с рисовой водкой, капли крови. Причем это тело извивалось, а он выжимал эти капли прямо в стакан. И три человека из нашей группы пожелали выпить этот напиток, то есть водку с кровью. Вот. Но, естественно, за деньги я не помню сколько, кажется, 100 юаней нужно было платить. Но, в общем, я бы не стала это пить, на это было даже страшно смотреть. Но вообще такие вещи, это увидеть, это нереально. То есть мне лично эта экскурсия понравилась, хоть это и был действительно шопинг. Также нам показали дома, деревья, а еще мы увидели... Что мне еще понравилось, когда нас повели в центр, где продают акульи лекарства, там из акульего жира. Естественно, я никакие капсулы эти не покупала, но меня поразила там диагностика по пальцам. То есть кладешь палец в аппаратик и по капиллярам смотрят и говорят о твоем здоровье. Вот меня что поразило, что доктор посмотрел и сказал, у вас все нормально, у вас хорошее сердце, но у вас бывают головные боли. Вот представляете, как определить по человеку? У меня действительно здоровье считается нормальным, потому что я донор крови, веду здоровый образ жизни, не пью, не курю, но у меня бывают мигрени. У кого бывает мигрень, поймут меня, потому что это вообще страшная вещь, скажу я вам. И ничего, почти ничего от этого не помогает. Просто хочется тупо сдохнуть. Но это реально так. Кто знает, меня поймет, напишите в комментариях. Так вот, он это мне сказал, я была поражена. Потом посмотрел моего младшего ребенка. Мой младший ребенок, вот по виду здоровяк, он такой неугомонный, можно сказать, гиперактивный. Но он ему сказал, что есть небольшие проблемы по сердцу и желудочно-кишечным трактам. Это действительно так. Вот что меня поразило, всего лишь по пальцам. Поэтому я считаю, что эта экскурсия была и полезна, и интересна, хотя она и бесплатная. Вот. Ну и прилетели мы сюда, я уже говорила, по очень дешевой путевке. У нас вышло 13 900 с человека. Это все, кроме питания. Перелет, проживание, медицинская страховка, трансфер. То есть все-все, кроме еды. Но питаемся мы в кафешках. Здесь можно питаться довольно дешево. Много у нас не уходит на питание. Можно отойти немного от главной улицы. Очень дешево пообедать и поужинать. Мы нашли такой ресторанчик. Так что мы кушаем здесь с большим удовольствием. Вот и все, дорогие мои. Кто поставит лайк под этим видео и оставит любой нормальный, приличный комментарий, тем я буду передавать поименно привет в моих следующих видеороликах. Задавайте свои вопросы, я отвечаю на все. С вами был YouTube-канал Тутси. Смотрите мой плейлист диеты, потому что я увлекаюсь здоровым питанием. До свидания, удачи всем!